Можно наш флаг развернуть? Нет, не в Нью-Йорке. Можете сказать на камеру? Наоборот. Я правильно не знаю? Нет, наоборот. Давайте спонтанно попробуем, чтобы как, у кого лучше всего это получается. Надо растянуть, вот, да. В Казахстане нет свободы вероисповедания. За вероисповедание также преследуется очень много мусульман, христиан и другие представители веры. И другие веры. А сегодняшняя тема собрания? Ну, более подробно, просто как бы людям, которые не знают. Не имеют возможности ни на медицинскую помощь, ни на защиту реальную. У нас была тема такая. Вот. Но так как мы знаем, что очень много людей преследуются из-за своих вероубеждений, это тоже большая проблема для страны и вообще для людей, для общества. Я считаю, что каждый человек имеет право принимать ту или иную веру, которую он считает для себя нужным и полезным. Вот. Просто что написано на плакате, ваша идея, за что вы? Моя идея, чтобы остановили преследование, кто против, как вы сами знаете, против кого, против государства. Нет, давайте говорить прямо, потому что здесь, да, на то мы и вышли на митинг. Все, против правительства, чтобы остановили преследование, задержание несанкционированное. Да, ты можешь теперь всех объявить. Я думаю, лучше всего кричать просто слово freedom. Это короче, да. Что-нибудь, как думаешь? Freedom, да? На счет три. Раз, два, три. Freedom! 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 Freedom!